Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть в Ассасина. Вот за девушку. Она там какой-то, не знаю, легенд. Людьми легенд. По-английски мы не понимаем. Итак. Найти безопасный наблюдательный пункт и дождаться патруля. Хорошо. Так, вот. Вот здесь безопасный пункт. В траве. Или на дереве. На дереве. Ладно. Блин. Ну, повисли, все. Look, смотрите, it's... Oh, childish, ты что, ребенок? Это чепуха. What are you что doing? Ты делаешь? What do you think? I'm а ты как думаешь? Убирай you его. Can't. We'll be cursed. Мы будем прокляты, нельзя. Oh, we'll be cursed. О, мы будем Truly прокляты. I'm terrified. Аж поджилки трясутся. Подожди. Вот так. И апчхи. Используйте быстрый яд, чтобы тихо убить солдата. И вот я использовал. На. It's true. Это правда. Ну, нет, совпадение для начала. Move out. It's not safe. Уходим. Here. Тут небезопасно. Незаметно следовать за патрулем. Хорошо, я как понимаю, по деревьям. Вау. Подожди. Опа. Да блин. Вы только не уходите без меня-то. Так. Дио Санто. Так. Мор вуду. Опять вуду. Давай. Мы уже готовы. У, последний самый. Дезертер, come back! Дезертер, вернись! Я тебе под трибунал отдам. Он уже все, уже побег. Не убежал. Шевелитесь вы. Будьте на чеку, глядите оба и не сходите с ума. И да поможет нам Бог. Давай. Осталось немножко. Сложненько, правда, немножко. Сложновато в этом плане. Но ничего. Опа. Да нет, нет, не туда, не туда. Развернись. Оп, оп. Так. Переходим. Тихо, тихо. Так. Ну-ка, тихо. Так. На. Сколько вас надо еще перебить? Бежим, бежим. Бегите, мне вас...
трогать сейчас не на нельзя. Ну все, вроде справился с этой задачей несложной. Переделаем. А, у нас кнут есть. Сейчас захреначим его. Да. Вот и все. Тихо, не мучайся там. Так. Известность, да, надо как-нибудь скинуть. Блин, ружье потерял. Ладно. С этим ничего не поделаешь. Вниз. Тут у нас где-то за кустом. Опять где-то за кустом. Вон там. Мы не пойдем туда. Ну вот, подожди, стой, можно заправить. Подожди минутку. Мне надо закупиться. Так, припасы. Давай. Максимум. А карманные часы. Снег. Карманные часы тоже взяли. Ладно. Вот теперь можно уже и подходить отчитываться о проделанной работе. Контрабандисты, добрый день. Авелина, давно не виделись. Слишком давно. Ты не видела на болотах никакой подозрительной деятельности? Хочешь сказать, кроме нашей? Ты тут шныряет довольно много мужчин в испанской форме, хотя их мужественность и подданство остаются под вопросом. Конечно, это может быть кто угодно. Их подкупил некто по имени Ваксес. Он работает на... Ваксес, черт, знакомый имя, я слышал разговор с солдатом, хочет завтра увезти судно с набережной. Если мы его не опередим. Хорошая мысль. Разве я не говорил, Лиза? Мне нравится, как она думает. Я и сама не против развлечься. Позвольте предложить. На озере Понт-Штрейнд есть маяк. Если там повозиться, судно может и не дойти до причала. Мне нравится, как ты думаешь, Руссильон. Разве я не говорил, Лиза? Мне нравится, как он думает. Вот так вот, короче... Похвалили друг друга. Итак, вывести из строя маяк. Вот так, никого не убивайте и не плавайте. Нет, это мы не можем так. Так. Как бы мне туда... Ага. Здесь можно как-нибудь пройти? Можно. Блин. Уа, вот здесь вот можно. Так. Ну, вроде, только где залазить-то можно по нему. Так, как? Спокойно. Роу меняется. Сходи, посмотри.
Ты его сейчас должен увидеть. Ке? He is dead. Ну? Ке? He is dead. Так вы это слышали уже. Так, куда ты уходишь? Вот твой кореш уже мертв. Видишь? Давай еще немного. Спокойненько. Как мне сюда попасть? Блин, маяк-то вон. А что я здесь забыл на стене? Так, ладно. Спокойненько. Блин, он меня видел. Забрались. Ну, сейчас дело техники только. Сюда. Перепрыгиваем. От тягушечки. И в другую сторону. Будем шаманить над маяком тогда, чё уж. Построен раз специально для того, чтобы я здесь шурудил. Интересно знать, почему дверь не открывается. Так вот, можно было бы по двери спокойненько залезть. Ты один здесь? Пока вроде как один. Здесь деньги 1500. Так, забираем. О, забираем. Рычаг наоборот отпускаем и ломаем. И что мы сделали? Раскрутили его, погасили, что этот рычаг нам дал. Подожди, я даже, блин, даже не обсмотрел. Ладно. Are you drunk already? Суть не в этом. Кто там пьян уже? Нам на дело надо идти. Пьяные. You've done it. Корабль. The ship is stuck in the mud. Now you will reap your reward. And I will cut baskets down to size. Так, теперь вы заберете свои трофеи. And then we celebrate. Avine, I'll gather my men. Я соберу людей, встретимся на корабле. And the plundering will begin. И устроим хороший грабеж. Я устрою грабеж. За мой счет первый тип, блин. Ладно. Ладно. Так, куда добираетесь? Кстати. Сейчас-то у меня кнут есть. Может, как-то надо при помощи кнута тут переправляться-то. Ну-ка. Так вот. Вот. Нет. Да куда ты пошла-то, дура, дурында? Так.
Прыгнуть-то даже неоткуда. Ладно, пусть остается секретом для нас. Может, кто-нибудь другой потом разгадает. Стой, вот так. Блин. Беги, беги. Сюда. Проплываем. Перебегаем. Надо крокодилу не попасть. Вперед, вперед. Встретитесь так. Встретиться в установленном месте, значит, прятаться она не будет. Хорошо. А я вот могу спрятаться. Элиза, ваши люди готовы? Готовы? Да, они едва сдерживаются. Помоги мне управиться со стражей, иначе мои мальчики ломанутся на корабль и их перестреляют. Господи, ну опять вы ни хрена не можете без меня. Блин. Опа. На. Все. Учитесь. Без толочи. Так, перенесено ящиков. Так, защищите контрабанду, пока те перевозят груз. Ага. Хорошо. Будем защищать. Вот еще должен, да, сюда напасть? Опа. На. Второй. На. Подождите, подождите, вот еще один. На. Брось это ружье, вот возьми вот это. Вот так. Так, ящики несите быстрее, переносите ящики, пока я вас охраняю. Элиза, Элиза, тебя что, поранили где-то? Давай, давай, давай. Ну, оттуда, наверное, сейчас нападут. Опа, нет. Нет, нет, не угадал. What the hell is going on? На. На. И сейчас, подожди. Ну там. Вы что такие немощные-то? Все, еще кого-то убил. Четыре ящика. Берите по двое, по трое там. Хватайте, несите. Или мне самому нести. Вы такие беспомощные. Ну давай, где ты выпрыгнешь? Где? На. На. Подожди. На. Все, всех защитил. Ящики спасены. Люди спасены. Подожди, нет, ни хрена себе. Тихо. Вот так. На. До конца. Блин. Союзник погиб. А чего вы такие ломаки-то? Ничего не можете.
Подожди. На. Оп. На. Еще разок. На. На. Получи. Еще разок. Побей, браво. Вау, вау, ничего себе, как потрошитель. Вы потрошил его полностью. Вау, Авелина, это было зрелищно. Жаль, Васкеса не было на борту. Ну, жалеть пока не особо не о чем. Может, это тебе пригодится? Письмо? Давай, почитаем на досуге. Грабь награбленная, часть пятая. Так. Угу. Так, в записи и воспоминаниях хранимся. В документах, найденных на борту испанского корабля, был приказ отправиться в Чичен-Ицу и захватить место раскопок, опасаясь за жизнь матери и, возможно, надеясь найти вторую часть диска пророчества, Авелина возвращается в Чичен-Ицу. Ну, что за... Не могли по-другому никак назвать. Так, ну вот я здесь. Так. Кто-то не туда побежал, прошу прощения. Поворот. Зайдем в оружейку, посмотрим, что нового у нас есть из оружия. Сначала мелкое оружие. Есть у нас подвижки. Ой, ох, есть. Вот это я последним куплю. Вот это можно сейчас. Так. Да где ты? Вот он. Красивый топорик. Так. Теперь обычное оружие. Есть, 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 есть. Ну, вот этот можно убить. Убить, конечно. Купить. Где он? Так. Палаш. Блин. Давай. Выбрать боеприпасы, все целы, пистолеты, может, новые появились. Нет. Пистолетов новых, к сожалению и увы, нет. Ну, может, что из одежды появилось, кстати. Ну, это потом, если по дороге подвернется. Там купим амуницию. Давай, давай, давай. Мимо сундуков. И денег. Блин. Вот, один раз наступил, все. Ни одной ошибки не должно быть у рабыни. А иначе вах, вах, и все. Rappelez-vous ce qu'a dit Voltaire? Срываем. Ой, дикие нравы. Ни в шаг лево, ни в шаг вправо нельзя. Ой, это что за семья такая? Ну-ка. Надо посмотреть легенду. Команда корабля.
Команда корабля. Сейчас она мне не нужна пока что. Точка быстрого перемещения. You don't belong here. Ага. Понятно. Блин. Не буду на вас тратить. Вы мне, знаете, не очень-то там и нужны. Оплыву у вас. И опа. Поняли, как надо. Найдите недостающую часть пророчества. Ну давай найдем недостающую часть пророчества. Начать воспоминания. Это я, получается, среди пирамид опять буду шоркаться. Ну да. 1772 год. Птичье яйцо. Поиски недостающих фрагментов. Головоломки снова ведут на юг. Опять по каньонам лазит. Как бесшабашно там. А жрать что? Авелина, ты вернулась. Мама. Мама, you're not afraid of me. Ты меня не боишься? Авелина, я больше лет прожила без тебя, чем с тобой. Если бы я не знала, что ты вернешься, то почему ждала все эти годы? Моя любовь сильнее страха. Ты не ассасин. Ты моя дочь. Ну ладно, хоть здесь правильно сказала. Поймешь ли ты, почему мне пришлось уехать? Ты думала, что ты в опасности? Твой отец меня освободил, но в Новом Орлеане я не могла быть свободна. Не под взглядами ассасина. А здесь ты свободна? Нет. Я поменял одного врага на другого, и они не остановятся, пока не получат то, что ищут. Недостающий фрагмент диска. Пока он здесь, они всегда будут следить за мной. Но если его кто-то заберет, кто-то сильный и находчивый... У меня есть кое-кто на примете. Если увидишь ее, отдай эту карту и расскажи про старое каноэ, оставшееся озеро со времен прошлой экспедиции. И попроси поторопиться, потому что если следят, если ее обнаружат, мы обе. Не бойся, мама. Скоро все будет хорошо. Маман. Чего маман? Что это за 7:40? Маман. Бежим. Так, а как мне? А, вот сюда. Блин, а я хотел сигануть, вот просто как-то в воду там укоротить пробежку, добраться до каноэ. Тут нету водоема. А если бы я прыгнул? Нет, должен быть. Вот он, я же его видел. Что вы мне рассказываете? Так. Ну, поехали. Я бы мог и нырнуть так-то, чем спускаться. Меня уносит. Да блин, а каноэ повреждается, ни хрена себе. Вот что я увидел. А им и так хреново управляется. Да я еще в самом начале помог себе еще подбить его. Да блин. Подожди. Тьма. В
Осторожней, осторожней. Блин. Вообще пипец. Только сам не с самого начала. Не надо вот этого. Блин. Чего боялся, ты? Ты получил. Так, ладно. Аккуратненько. Да спокойно вы, блин. Даже вроде как не натыкаешься, все равно натыкается само. Ё-моё. Да. Почему ты такой какой-то неуправляемый? Как бы притормозить? Это как становится каким-то ни о чемными гонками. Сотню всего лишь осталось. Течение усиливаться. Давай, давай. Хоть бы это контрольная точка какая-нибудь была. Ого. Ну да, это контрольная точка была. Сильный, сильный и смелый прибыл. Так, пункт назначения. Угу. Я примерно так и думал, что он не может быть все так красочно. Ладно. Мог бы и на каноэ туда прыгнуть. И надо туда подняться. Сюда. Сюда. Давай, давай, давай. Ага, вот так. Все-таки я правильно шел. И пришел. Блин. Что за подводные приключения? И управление такое. Давай, 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 плыви, и желательно побыстрее, что сомневаюсь, что ты в одежде так много плавать умеешь. А кислород кончается, я прямо отсюда вижу. И нового тебе никто не вдохнет. Давай.
Подожди, что-то я как-то... У меня воздуха не хватит. Это я могу с уверенностью сказать. Нет, не хватит мне воздуха. Видно же. Так, где-то должны быть воздушные карманы. Давай для начала на глубину. Так. Следите за индикатором. Блин. Сюда, сюда. Вот так. Проплыть по подводным туннелям. Давай, 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 плыви, плыви. Вот теперь больше похоже на правду. Ну, где-то воздушный карман должен быть. Нереально так за один за одно дыхание проплыть столько. Так, я прибыл, проплыл. Что мы видим? Темная вода, золотой песок, северу лицом, сердцем на восток. Так, куда нам? Я что-то не видел, чтобы дальше можно было плыть. Так. Ладно. Блин. Блин, как вот. Еще все-таки надо плыть. Куда-то маленько не туда, да, плыву или куда? Как узнать-то? Блин. Ну ладно, наугад плывем. Блин, чуть-чуть не хватило. Это все из-за того, что я что-то задел там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Заново? Блин. Ладно, давайте посмотрим. Заново, значит, заново. Блин. В тишине, да в глубине плавают там. Траш. Давай, 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 давай. Дыши.
Ныряй. Так. Чудо-селедка. Так, здесь я был. Даже не знаю, как здесь. Нет, по этим не лазит. И сюда не залазит. Стойте. Плыви. Что-то я упустил, что ли? Подожди. О, правильно выпал. Так, что у нас? Ничего. По туннелям, оп. Прибежали, ну наконец-то. Кто так строит? Так, это не опасно? Чем сейчас займусь? Конечно, опасно. Понятненько. Давай-ка еще разок. Оп. Так, если я до нее не могу допрыгнуть. Подожди. А что ты не цепляешься? Почему? Так. Понимаю, почему не доходит. Вроде все правильно делаю. Ну-ка. Может, на кнут надо переделать. Из-за этого, может, не идет. Либо в черепе что-то надо искать. Лесенки нету. Как построить лесенку? Я чувствую, что что-то не так делаю. Нет, нет, нет.
Вот так. Так. И оп. Вот так. Где тут крючок? Вот он. Оп. Успел. Успел. Так, мне что, еще выше надо? Господи. Так, ладно. Вот посюда, а. Будем, блин, сейчас трупы исследовать. Так, пришли. Где-то тут крючок был, видел точно. Издалека еще. Ну, как видно, нету. Вау. Ни хрена себе, сказал я себе. Блин, ладно, не вот сюда. Она же не просто так упала. Это как лестница в гробнице. Как запасной путь, чтобы мне не сначала подниматься. Иначе бы у людей психика бы не удержала бы забраться в зал. Забираемся. Так, это вот сюда. Опа, вот так. Просто немножко по-другому, да? Так. Крючок. Оп. Еще немножко подтянись, давай. Что осталось-то? Так, как нам? Да. Я думал, подниматься опять надо будет. Нет. Оказалось, все попроще. Но оно же опять сложнее. О. Вторая часть. Давайте, тут что за головоломка? Так, решите головоломку за 5 ходов или меньше. А что у нас сделать-то? А, подождите, вижу, тут, ну, что-то составить надо. А что, много квадратиков надо сделать, что-то не пойму. Так, луч можно отразить от призм так, чтобы он попал в уловитель. Используйте и пробел, чтобы выбрать, выделить и передвинуть плитку в подлегающую пустую ячейку. Уловитель. Так. В 5 ходов. Два. Просто я не знаю, откуда. Три. Четыре. Ну, конечно, не решил. Пять. Не. Потому что я не так сделал. Вот. На
надо было просто маленько по-другому. Вот так. А, в смысле, это за 5 ходов это как надо было бы сделать, чтобы, господи, для синхронизации. Стой. Вот. А то бежит безумно. Глаза выпучив. Что, сейчас опять придут эти конкистадоры. Эвлин, ну как, удалось? Конечно, не показывай мне, я и так слишком много видела. Глаза на него не смотрели. Мама, я вернусь в Новый Орлеан и все устрою, а потом пошлю за тобой. Моя милая, упорная дурочка. А, дочурка. Я больше всего хочу снова быть с тобой. Но теперь это колония мой дом. Я нужна здесь. Новый Орлеан всегда будет полон призраков. Я понимаю, не волнуйся. Мы видимся не в последний раз. Береги себя, девочка моя. Ах ты, доченька моя, трубодурочка. Посмотри, как исхудала фигурочка. Давай. Где я? А, заполучив вторую часть диска пророчества, Авелина возвращается в Новый Орлеан, чтобы продолжить поиски Вакскина. Ваксина. Васкеса. Кто ему им дает вообще? Она думает, что именно он таится под личиной представителя. Да. Мы, кстати, тоже так думаем, что он может таиться под личиной представителя. Так, 1773 год, Новый Орлеан. Несмотря на успех в Чичен-Итце, возвращение обещает быть горьким. Почему? В смысле, чего? Почему? Что случилось? Все же хорошо было. Че? Давай, посмотрим, что у нас. Кто-то помер, что ли? Кто там? Кто там? Кто там? От твоего кто там, а какая польза? Придет кто-нибудь чужой воровать. А он, кто там? Мед вор, что дома кто-то есть, и ничего воровать не будет. Папа, вы бледны как смерть. Что говорит доктор? Не волнуйся, моя дорогая. Это лишь... Папа! Папа! Родная, не хмурься так. Твое беспокойство из надобья твоей мачехи вредят мне больше, чем моя болезнь. Игра свернулась. Жанна, ты всегда так защищала этот медальон. Я всегда жалел. Авелина, прости, что вмешиваюсь, но мне нужна твоя помощь. И срочно. Конечно. Я люблю вас, папа. Все, облобызала его. Иди. Есть один раб, Джордж. Я обещал безопасно переправить его на север, но во время побега он обнаружил, его обнаружили солдаты. Он прячется. Но ты можешь сделать что-нибудь. Твое дело процветает, у тебя знакомств в Дельте. Я переправлю его в безопасное место и в полной тайне. Что ж, пойду, займусь делом. Уйти из особняка. Давайте, пусть папа отдыхает. Сюда. Я думал, зала какая-то там. Итак, найти Джордж. Джордж. Что за Джордж? Джордж Лукас. Нет. Salutation. Я думал, вот эти вот сам могу открыть. Я ни хрена, оказывается, не могу. Хотя было бы неплохо. О, магазинчик с одеждой. Можно присмотреть. Потому что могут тут быть новые товары завезены быть. Какой-нибудь
мега подсумок для патронов там, предположим. Сейчас увидим. Так, улучшить комплект. О, видите? Так. Тут что есть? Так. Я дверь зеркала. О, это тогда, это надо. Я дверь зеркала. Весь комплект. Ну, хорошо потратился, да? 16 тысяч осталось. Всего лишь. Ну, ладно. Не будем жадничать. Деньги требуют. А, стой, сейчас опять прыгнул бы. Пойдете. Закупимся у торгаша. Здравствуй. Подожди, подожди. У тебя есть выгодный клиент, это я. Так. Все. Еще вот этого аж до 9. Вау. Вот это резня будет. Которую я не буду устраивать. Будут устраивать сами они. Так. Сюда. А мне можно? На. Оп, оп. Комбинированное что-то. Офигеть. На, на. Так, теперь мне надо. Это кто такая? Кто-то убегает. А, это кукла Вуду. Что-то я не понял, это человек? А как он может быть человеком, кукла Вуду? Так, где-то. Вот она. Сорвать. И вот, напротив. Это как-то не продумано. Ну, тем не менее, это компактно и удобно. Давайте-ка посмотрим, кто здесь человек Вуду. У тебя что ли купить надо? Найдена кукла Вуду. Ну, кстати, да, ограбить надо было. Ой. Если бы я знал, куда я влетаю. На. Опа. Джордж. Yes. Джордж, come да. With me. Идем со мной. Hurry, they're closing in. Так, теперь мне тебя еще провести надо, козлину такую. Так, у меня какой яд стоит. Давай-ка вот сначала вот этот будет. Опа. Так. Идем. Никому не мешаемся. Давай сюда теперь. Salutation. И вот мы уже пришли к воротам. Salutation. Подожди, поменяем. На пистолеты. Salutation. Пойдем.
Меня тут, правда, засады всегда поджидают. Кто вы? Что вы? Никто ничего не говорил об ангелах мстителях. Или идите, подождите, вы будете в безопасности. Ну все, вроде как вывел, ладно. Полная синхронизация, не вступайте в конфликт. И вступал. Ничего страшного. Отправиться в Дельту. Отправляемся. Подготовленные записи воспоминаний в анимусе. Несмотря на слабое здоровье отца, Авелина продолжает поиски человека по имени Васкес. Васкес. Так, ага. А тут-то меня вот как любят все. Ладно. Сейчас посмотрим, за что вы меня так. Ведь я вам плохого-то ничего и не сделал. Так. Ну давай. А тут ли глубоко? Блин, только не говори, что за, блин, за кустами. Ну и... Что за... Заделали-то так хрень-то полную. Давай, вылазим. Только ботинки промочил. Так. О, человече. Человече, здравствуй. Давай. Ну. Авелина. Кто это? Здесь? Джордж. Друг. Я надеюсь, вы поможете ему в его беде. Авелина, твой друг наш друг, но, увы, у нас самих тут беда. Что за беда? Наши испанские друзья хотят, чтобы мы передали эти боеприпасы, как их называют, патриотам, на окраине болот. Патриотам? Ну, знаешь, из севера, оттуда. A business opportunity by отличная any деловая other возможность, как ни звери, но почему-то вдруг испанские солдаты пытаются украсть эти боеприпасы обратно. Звучит ужасно знакомо. Ты не думаешь? Я стараюсь вообще не думать. Не смешно. Если мы с Джорджем сможем вам с буйными испанскими солдатами, наши друзья-патриоты возьмут его с собой. Если им нужны боеприпасы, то согласятся. Хорошо, идем. Я как раз прикупился, закупился всего по максимуму там. Сейчас мы... Давайте. Поплыли. Переделаем на... пистолет. Нас поди захотят ограбить. Хотите нас ограбить? А? Шакалы. Но с другой стороны-то нету никого? Нет. На! Подожди, а это ружье-то где? Вот так. There's an outpost up ahead. Clear it before they see us. На. Вау. Блин. На. Подожди. Да. Да. О,
вот так. Вот так я могу. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так могу. На. Опа. Блин. На. Опа. Подожди, да возьми, возьми. Где ружье? Опять потеряла. Да что ж ты будешь делать? Маша растеряша. Ладно, поплыли. Ой-ой-ой. Even armed, you're still just a girl. На. Опа, опа. Just на. One last outpost up ahead. Оп, оп. Успел зарядить. Ну, блин. Опять ружье потерял. Это же... Ну, ладно. Блин. Надо было поди... Залезть, да только когда залезешь еще. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот стреляйтесь, давайте что я... Сами-то хоть на что-то способны. Ahoy! Почему я за вас должен отстреливаться еще? Аптон. Хоптон. Хоптон. Enchanté. Очень приятно. These are the goods. А это и есть товар? Everything the governor promised. Это все, так, что обещал, что-то в придачу для ваших друзей. Excellent. На болотах. Чудесно, надеюсь. Вас не заметили. Not by any who still breathes. Ныне живущих нет. Мистер Хоптон, месье Хоптон, насколько секретен ваш договор? Любой глупец понимает, что испанцы не хотят англичан на своей территории. Но какой смысл испанским солдатам в нас стрелять? Мы встречали одного малого, который не очень-то обрадовался договору. С характером человек. Васкесом скличут. Так представитель здесь? Представитель чего? Месье Хаптон, если вы хотите вывести товар из Луизианы, вам не помешает лишняя охрана. Может, Джордж отправится с вами? Certainly. Разумеется, если он хочет сражаться, патриоты с радостью примут его. Я буду рад сражаться за вас, сэр. Будьте осторожны, месье Хоптон. Надеюсь, мы еще встретимся. Месье Хусион, я ценю ваш бизнес. Ваше дело. О, да. Эти патриоты ценят вашу помощь. Так, ну ладно. Какую-то одну функцию мы только смогли сделать от этого. Чтобы уплата была. Не меньше. Вау, 50%. Давай быстрее. Так, а как... Так, забрались. Что у нас по карте? Далеко-то, нет? Орлиное гнездо-то. О, обратно возвращаться, да, далековатенько немножко. Согласен. Ладно. Не будем оглядываться назад. Будем идти только вперед. Только вперед. Разум зовет. Есть путь на север. И три на восход. На восток. Так, нам сюда, потом туда, немножко потудово. И куда-то я, в общем-то, пришел. С
какой стороны обойти? Давайте там, где лодка. Потому что если где есть лодка, там, значит, должен быть спуск в лодке. Вот. В этом веке я прав. Сейчас подберем еще одну бумажку. Вернуться в Новый Орлеан. Да кто под деревьями бумаги оставляет? Так, вернуться в Новый Орлеан. А я же быстрые пути перемещения. Так. Блин. Это как они действуют, не знаю. Ну ладно. Думаю, нет, сейчас главное. По идее, это бежать-то вроде не очень далеко здесь. Зато смотрите, вот целая заброшенная цивилизация. Просто люди собрались в какой-то веке все разом, как и евреи собрали свои пожитки и смылись. Опа, беги. Блин, сопровождение груза было. Я-то вообще-то думал, яд берсерка будет использован у меня в больших количествах. Что там месиво будет такое. А я вроде как и ни при чем. А оказалось, месиво было, но без ядов. Потому что надо было по-быстрому. Так, слушай. Как-то так. Давай, давай, давай. Это что, один крокодил был, что ли, всего? Их искать еще надо. Если уже. Отправляемся. Вот он. Новый Орлеан. Чем новый? Старый где? Или не такой уж новый. Там чуть-чуть старый Орлеан. Где-то все Орлеаны. Так. И вот здесь вот, по-моему, я уже должен уметь. Давай. Нет текущих задач. Ага. Это как-то маленько не так действует. Так. Отправиться в дельту. Это не то здесь творится. С этими быстрыми перемещениями. Какое-то же быстрое перемещение, там только в одну сторону управляет. Ой. Не все-то у вас как у людей. Давай по-быстрому, по-быстрому пробегаем. Сюда, сюда. Let me show you the unedited version. Так, гражданин Э, где-то рядом. What is it they do not want you to see? Так. Qu'est-ce qui vous prend? Так, залезь наверх. Подождите, а если я его найду, что мне будет с этого? Что-то не пойму, так. Синяя лавка, это так, это безопасное место, где можно спрятаться, так.
Что ты мне дашь? Эй, человек хрен знает чего. Вон там что-то есть. Нет, это всего лишь... Последний дом, сейчас я бегу, вот этот. Вот тут искать надо. Не понимаю. Ну и все, ну и ладно. Иду к основной гражданин, где-то рядом, найди его и убейте. Фу ты, блин, еще и убить его зачем-то. Я-то думал, что-то путное найти, он мне что-то даст там. Его просто надо было найти и убить. Ни за что, не просто. А? Немножко сюда. Вот еще опять. Вот и гражданины. Вот что мы молчали. Да? И хрен на тебя. Нужен ты. Как пятая собака. Как пятая лапа для собаки. Пятая собака. Наговорился. Давай, давай, давай. Вот он, я уже добежал. Дом, милый дом. О, mein Liebe. Хаус. Все. Я в домике. Все гномики по домикам. Наверх. Гномик. Самый маленький гном. Вася. И... Может, какое-то оружие для меня специальное есть? Рассказывай. Жерард, он вернулся. Васкес, представитель. Твои информаторы его видели? No. Нет, Эвелина. В прошлой неделе я потерял двух человек. Их убили. Отравили. Poison. Это This его рук дело. Я найду его. Может, он будет на капитанском балу сегодня вечером. Подтвердить. You, спасибо, Жеральд. And, Авелина, кто-то должен сопровождать тебя. Я не думаю... Что ты не думаешь? Жеральд, ты хочешь сопровождать меня? Ну, ведь надо соблюсти приличие, это будет лучше всего, только работа, разумеется. Ну, мог бы и тут больше замахнуться-то. Что ты стесняешься? Разумеется. Но, надеюсь, не только. Ну вот... Короче, баба взяла со свои руки. Чем пока от него дождешься, нахрен. Так он умрет старой девой. Без детей. Так, а парень ломается. Вау, зонтик, да. Так, ну-ка, давай-ка вот охмурим вот эту ерунду. Пойдем. Что ты мне расскажешь? Что ты мне подскажешь? Как благородно. Война, разумеется, всегда на пользу коммерции. Особенно война на чужой территории Добро Испанской поставляет мне товар. Я передаю его моим посредникам в... Дельте. Они дальше. И никакой крови для меня. А, Авелина. Прелестно, как всегда. Как поживает ваш батюшка? Упрямится, как обычно. Жду не дождусь, когда он встанет на ноги. Позвольте вместо него предложить вам танец, дабы все увидели вашу грациозность. Ой, да у меня есть кем-то целовать. Вы очень любезны, месье де Сан-Максан. Если возможно, устройте мне разговор с вашим почтенным другом с синим шарфом. У меня к нему есть небольшое дело. Авелина, вы так серьезны. Не то, что моя дочь Мари Фелисити. Да. Смешайтесь с толпой и поговорите с людьми. Ой-ой-ой-ой-ой.
поймаю обложку на нем самом, да. Ну-ка, давай теперь ты, старый солдат, который не знает слов любви. Под мундиром он вовсе не военный человек, уверяю вас. Его вербовщики мне дважды предлагали повышение, если я переведусь в его тайную роту. Но я не верю этому. Нет, сеньор. Браво. Нам пригодится молодцы вроде тебя, с головой на плечах. Добрый вечер, сеньорита. Мы, кажется, знакомы. Были вы у губернатора на прошлой неделе. Прошу извинить, не помню вашего имени. Для человека столь знатного это неудивительно. Хвала небесам за вашу службу колонии. Премного благодарен, сеньорита. Позвольте пригласить вас на танец. Зачем вы меня все на танец зовете? Разумеется, капитан. Но вам следует быть осторожны, сеньорита. Даже здесь, на светском рауте, небезопасно. Не все солдаты те, кем кажутся. Мы... как раз обсуждали одного негодяя. Какой скандал! Он сегодня здесь? Здесь и сейчас сидит за отдельным столом. Что же, до свидания. Я буду думать о вас. Думай. Только руки на стол, когда думать будешь. А не под столом. Тем более не под одеялом. И за кого же мне выйти замуж? За того из нас, кто лучше танцует. Ой, да ладно. Своди каждого в постель по разу и узнаешь, с кем лучше будет тебе. Ну или сразу можешь всех конкурс объявить. Так, Мари Фелисити, я думала, девица Сан-Максан интересует только губернаторы. О, это кто? Представьте, светлейшая сеньорита, чтобы мы знали имя первой красавицы на этом балу. Вообще-то я мулатка. Это раз, а во-вторых, у тебя тут баба стоит. Светлейшая? Впрочем, у вас очаровательный цвет лица. Прошу, сеньорита, внести меня в свой бальный танец. Увы, но он уже полон. Вот всегда она так. Знаете ли вы, что соски складки не лее чаепитий и никогда не ходит в гости? Да. Что касается цвета глаз, она, конечно, друг семьи, но ее мать — это просто неприлично. Вот не надо мне только тут о мате. Блин, а как? В хате, что ли? На хате? Видимо, где-то в дому или сверху на доме там. А, подождите, давайте-ка я поднимусь вот сюда. Так где что-то тут есть, нет? Ага, вон оно как это делается. Драгоценная брошь была мне подарена. И, конечно. Так, используйте орлиноза, чтобы найти Фаскаса. Нашел. Поговорить с Фаскасом. Давай-ка. Он же не такой тупой, он же меня должен знать. Сеньорита. Значит, автограф. Why, I do believe полагаю, далее будет минуэт, сеньор Васкес. Си-си. Да-да. Блин, выбрала же себе танцора-то. Ну да, без музыки его хреново, потому что музыку-то я отключил. Уверен, там какая-то симпатичная мелодия должна играть. Ну ладно, что ж. Не всегда они при мелодии-то и танцевали. Так, что надо-то? Очаруйте Васкеса и замените его в безлюдное место. Думаю, стоит обсудить это наедине. Да-да. Lead the way. А если я побегу, ты побежишь? Так, иди сюда. Старый козел. Вот сюда.
Давай. Ну. Опа. Вот и все. Посиди на лавочке пока. Good night. Доброй ночи, представитель. Company man. Представитель? Нет, вы ошиблись. No. You are mistaken. What? Ничего страшного. Что? Напрасное убийство. Прекрасная смерть. Она заставит вас страдать. Beautiful. Не заставит. Death. У меня нет совести. She. Стыда тоже. Will make you suffer. Вообще-то тебя на лавочку усадил. Не надо тут притворяться. Так, выбраться с плантации. Так. Эти уже туда бегут. А я буду сматываться. Ой-ой-ой-ой-ой. Беги, беги быстрее. Мадлен, Авелин. Мадлен, Авелина. Не знала, что вы тоже здесь. Я пришла искать тебя. Как ты могла уйти на бал, когда твой отец при смерти? Я не трать слова. Уже поздно. Он умер. Папа? Папа? Нет. Как нет, да? Кашлял-то там. До последнего. Неловко кашлянул, вот и все. И кончался. I am so sorry. Мне крайне жаль, но ты должна была знать, учитывая обстоятельства, он ничего не мог тебе оставить. Конечно, мой дом всегда открыт для тебя. Мне нужно его завещание. Мне горько, что его нет. Его предприятие отошло мне, но я считаю его твоим. Какое нам дело до этого? Вот так. Вот тебе и батя нахрен, который ни хрена ничего не оставил. Спасибо, папа. И много тебе, папа, благодарен. Блин. Ладно. Двигай давай своими батонами. Вроде любил меня, но ни хрена не оставил главного слуги. Я даже оставил. Мне ни хрена. Ну. Хотя реконструкция нашей сети потребовала многолетия вложений, так что означает, теперь мы достигли куда большего. Наш новый информатор сообщит, что в Нью-Йорке есть лоялисты, которые могут выдать представителя. Прошу тебя отправиться в Нью-Йорк и найти нашего брата Конора. Я надеюсь на его помощь в поисках капитана Дэвидсона, эфиопского полка. Давай, надеюсь. Отправляемся в Нью-Йорк. Авелина дорого заплатила за убийство Васкеса, который, как она выяснила, не был неуловимым представителем. Она не смогла быть рядом с отцом в час его смерти и начала сомневаться в своих поступках. Ее верность братству поколеблена. Да ни хрена не поколеблена. Так, 1777 год, Нью-Йорк. Годы летят, дела идут на лад, но представитель продолжает плести козни. Наконец, донесение информатора меняет дело. Снова пора путь. Ну, давай. Вау, снег. Тут холодно, тут зайцы, тут медведи. Это после крокодилов-то. Господи. Коннор? Коннор? Я Авелина де Гран, ваш брат из Нового Орлеана. Yes. Да, Ахиллес говорил, что вы придете. Я ищу офицера лоялиста Дэвидсона из эфиопского полка, лорда Данмора. Этот полк проходил здесь, смотрите, что они за собой оставили. Их след ведет сюда. Мы осторожно пойдем за ними. Да, без проблем. Смотрите, за деревьями. A trap. Ловушка. Keep out of the sentry. I will hold off these men. Давай, ловим. Ай-яй-яй-яй. Мне его поймать надо или убить можно? Опа.
Догнал. Отпусти меня, если хочешь жить, отвечай. Где Дэвидсон? Кто? Говори, живая. Он в форте. Как просто. Так почему вы себя лоялистами-то называете? Куда легче хранить верность за стенами форта, а не в снежном лесу с ножом у горла. Беги домой, живо, и что опять я больше не видела. Не то бегать станет нечем. Слушаюсь, мэм. Вот так вот. Ножки картошки чуть не отрезала ему. К форту, хотя нож был у шеи. Так, а пониже-то никак, нет? Полезем так. Так, добраться до вершины замерзшего водопада. Ой. Руки так холодно по камням-то зимой. Ой. Сцепления-то никакого нету. Еще немножко, еще чуть-чуть. Давай. Девонька, вперед. Блинский. Только не упади. Если упадешь, костей не соберешь. Уж стихами заговорил. Как я на крокодил. Да. Давай. Подожди, вот сюда. Вот, вылазь. Давай, в мыльный пузырь как раз. Доберись-то. Добрался. Достичь моста. Ну, пойдем. Как понимаю, путь у нас один сейчас пролегает. А что, ты не можешь, что ли? А, мне не туда просто надо, во. Еще и Конор, блин, слабак у меня там. Еще его охранять, защищай. Ну ладно, у меня 25 патронов только здесь. В мушкете. Давай. Да. Вот так. Ну, а я думал, ты слабак. Ой, удерживай, да. Взяли. На. О. На. Вперед. На. Так, вот это ружье брошу. Нет. Я вот... Да не это. Не это. Подождите. Вот. Все, идем. Блин. Сейчас еще и стрелять не пришлось, да? Блин, больше ружье подбирал. Что с мостом? Can you get across? Переберетесь? Ну, я думаю... Да. Тут... Надо-то немного. Залез. Опа. На. Оп. Так, теперь тебе надо, да, помочь? Держи, лошарик. Вот. Давай.
Вперед. Бежим к форту. И опять мне ружье, блин, не дали. Выкинули, блин. Че вы за люди-то? Так, и куда-то мы прибежим. Сумеете пробраться внутрь? Я обойду кругом и отвлеку внимание. Да, конечно, беги. Впервые, что ли, пробираюсь куда-то. Оп. Давай, давай. На. Давай еще чуть-чуть. Сюда. Ну, ну не сумеете же. Да. Зарубил. Так, кто из вас стрелял? Как узнать? Заряжено оно или нет? Найдите. Будем искать. Оп, прибежали. Опа, из ниоткуда. Материализовались. Взял. Так, так, так. Тихо. Заходим. Раз мне ружье не положило. What? Что? Джордж? Это вы? Officer. Капитан Дэвидсон, если вас не затруднит, обращаться ко мне по званию. Fighting for the British? Вы на острове британцев, служите моим врагам, которые хотят видеть вас рабом? Да ваше звание мне очевидно. Ха, лоялисты гарантировали мне свободу, я буду за нее сражаться, пока не получу. И рабы, и бедняки в Новом Орлеане, и теперь страдают, пока вы геройствуете в Нью-Йорке. Вы кому-то служите, или вы правда считаете себя свободной? Благотворительность начинается дома, мисс Авелина. Тихо. Тихо, тихо. На. Ох ты, падла. Блин, смотрите-ка, завалил меня, не успел стрельнуть. Ладно. Козлин, а ведь я ему помогал, еще кто-то. Ладно. Тихо, тихо. На. На. Я как понимаю, надо другим оружием каким-то завалить. О, или кнутом точно подтянуть и как нахреначить. Подожди, где кнут у меня? Так. На. Да подожди, блин. На. Зарубил. Все. Вот так легче было бы. Обновить тебя сейчас еще. Эй. Эй, эй. Так-то я посюда мог бы выбраться.
Так. Ага. Тут все предусмотрено, вон как. Давай, 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 подтянись. Ой. Зачем же мне вот сюда-то ползти на самую высоту-то? Ау! Ну давай заново. Я теперь хоть понимаю, куда мне ползти надо. Время истекло. Время истекло. Стекло, значит. Слово. Слова те же самые. Значения разные. Так. Ползем сюда, ползем сюда. Поднимемся выше. Поднимемся еще выше. Так. Теперь-то, когда мы знаем, туда легче. А если бы я в порох бы попал бы, было бы бамка лучше, да? Я уверен, было бы лучше. Ну чё ж, козлина, я тебя породил, я тебя и убью. Как это раз бульба нахрен? Я когда сына убивал, а ты-то мне кто? Еще в клубе такой. Классно. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Теперь в смерти ты навеки свободен. Ты издеваешься? Я выбрал свою судьбу. Это настоящая свобода. Может, однажды и ты это поймешь. Не надо мне тут заливать. Я? Кто такой представитель? Все это время ответ был у тебя под носом. Ты смотришь, но не видишь. Я так думаю, что это мой наставник, представитель. Почему-то так думаю. Либо мачеха. Она же попросила-то вывести его. Вы узнали то, что хотели? We. And much that I didn't. Как и то, чего не хотела. Коннор, вы всегда Connor, уверены в пути и действиях братства? Certain in the means да. And ways of the brotherhood? Я верю своим рукам. Of course. Разумеется. Travel safely. Спокойной дороги. Меня беспокоит прибытие. Значит, вы на верном пути. You are on the right path. Все. Полная синхронизация. Записи воспоминаний в анимбусе. Джордж Дэвидсон дал достаточно подсказок, чтобы раскрыть тайну представителя. С тяжелым сердцем Авелина возвращается домой. Где это тяжелое сердце? 1777 год, Новый Орлеан, истина открылась, и вывод напрашивался сам собой. Ну, хоть он и напрашивался сам собой, то все равно нужно самому делать что-то. Ну, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока!